Что такое армянский кофе? Я вам сейчас покажу. Наливаем сюда обычный кофе. Это убираем. И наливаем сюда армянский кофе. Чистокровный древний кофе. Итак, мои золотые, это армянский кофе. Это обычный кофе. Чувствуете? Какой армянский аромат. Запахи древнего Арарата. А это так себе, бразильский. Итак, армянский кофе и обычный кофе. Теперь что мы делаем? Обычный кофе. Правильно? Смешиваем с армянским кофе. И что мы получаем? Все кофе на земле становится армянским. Ибо все, что прикасается к армян, становится армянским. Итак, обычный кофе стал армянским. Армянский продолжил быть армянским. Вот так вот. Теперь все кофе на земле я официально объявляю армянским. Даже из Джезве. В переводе с тюрцева, с турки. Джан Саватан Ахбеджан. Loving you guys. Приятно как.